Привет! Сегодня я с Сашей был на реке, отловились отлично, куча поклевок, много поимок, рыбка не крупная, но в количестве. В общем, что я буду вам рассказывать, смотрите дальше сами. Лучшие моменты дальше в этом видео. Как будто отводной там ведешь, да? По волнам там, ды-ды-ды-ды-ды. Ну вот судачок был. Судачок. Вот. Вот они. Для Клязьмы-то вообще. О, зимой бы. Нормально? Сандалил? Пошел за микрухой. Надо? Да что он один-то? Хорошо прям вошел, да? Как в учебнику. Сандалил, хорошо. Щучка. Такая на поролоночку, совсем маленькую. Давай переедем. А куда? Пониже. Вниз? Ну да. Фиш нас не послушал. Угу. И съедобную резину взял. Если б не он, не поймали. Не поймали ничего, это как так. Мы же не поймали, говорит, ничего. Дочки вот такие. Две поклевки за проводку. Чих, порезала хорошо. Воды мало. Поставлю грузик поменьше. Сейчас стоит 8. Будет 6.
осталось. Щука. Доловил. Две поклевки было за проводку. Щука. Щука. Да. А? Да не. А вон она как. За загривочек. Фу. 8? 6. Будем выгуливать. Сюда. Давай ты будешь судаком. Нет. Значит, ты не сбывается. Вот так давай. Стой. Давай я поплываю. Догоняй. Подружки. Люк. Ну это не за голову, надеюсь. И ты тоже. Тамара, это те же, по-моему. Ходим парой. Думаешь, те же? Да нет. Приманку поменять. Да. Ой, блин, нет. Нет. Надоели, да, Сань? Вот такая рыбалка, друзья, у нас получилась. Очень довольны. Клев осенний. Водичка стремительно остывает. Дальше лучше. Всем пока.